Приветствую, друзья, еще раз, 31 мая. Сейчас будем проезжать возле обменника. И заодно решил показать вам, что к чему. Какой на сегодня день курс. Я тут по работе мотаюсь по городу. Вот, и сейчас мы вместе посмотрим. Так, успеваем на зеленый, успеваем. Итак, друзья, сейчас вам покажу. Значит, покупка 36.50, сдать 35.30. Ну, мне кажется, что это и будет как бы основной вот этот курс. Ниже он падать, мне кажется, не будет. Ну, что-то мне так кажется. Вот такие вот дела. Да, кстати, коль уже я вышел в эфир к вам, есть небольшие новости от именно по городу Днепр. А именно, с завтрашнего дня, кто планирует в город возвращаться или что там, к чему, с завтрашнего дня будет платным в метро проезд. Ну, видимо, в бюджет нужны деньги уже как бы. В метро будет платно. Автомобилистам парковки, наверное, уже со вчерашнего дня стали платные. То бишь, мотивирую это тем, что очень много автомобилей. Очень аккуратно. Смотрите, где вы паркуетесь, особенно в районе центра, вот там и так далее. С этим надо быть аккуратнее, друзья. Кто-то мне говорил, покажи дорогу, город. Ну, ребятки, я с радостью показал. Но дело в том, что нельзя нам показывать такие вещи. Мало ли что попадет в кадр и так далее. Ну, на самом деле это... Снимать город нельзя. Дороги нельзя даже снимать, чтобы вы понимали. Поэтому я могу показывать свой фейс и немножко рассказать, что творится в городе. То, что я знаю. Вот то, что я видел в интернете, слышал по радио. Ну и так далее. То есть... В городе действительно очень много автомобилей, если честно. И, кстати, только что проезжал заправку. Первая цифра была 6, второй нет. Как вы думаете, сколько бензин стоит? Я думаю, где-то гривен 60 с копейками. Так что все нормально, идем ко дну. Ставьте лайки, кому была полезная информация. Да, и подписывайтесь на канал, потому что я смотрю, что 98% моих зрителей не подписаны на канал. А это меня не мотивирует, друзья. Поэтому подписывайтесь на канал. Я вроде бы тут воду не лью в эфире, как бы стараюсь говорить то, что вижу и знаю в интернете. Хотя вы можете и сами посмотреть в целом. Я просто до кучи это все взял. Плюс я тут живу и смотрю, что к чему. Правда ли это или нет, будем так говорить. Всем пока, с вами был Александр и на связи.